Всем огромный привет! Сегодня мы делаем очень вкусный завтрак. Это у нас будут оладьи буквально за 3 минуты. Тесто делается очень быстро, и для теста нам понадобится одно яйцо, половинка чайной ложки соды, щепотка соли, 1 столовая ложка сахара, немного кефира и сколько возьмет муки до состояния такой массы, как на оладьи. Немного еще добавим растительного масла в тесто и на сковородку. Быстренько разбиваем 1 яйцо. Добавляю сюда 1 столовую ложку сахара и щепотку соли. Все хорошо перемешиваем. Я почему-то оладьи на кефире люблю больше всего. Для меня это самые классические оладьи. Сюда же быстренько вливаем кефир. Кефир должен быть комнатной температуры. У меня кефир такой густой, 3,2%. Все хорошо мешаем. Не забудьте поставить уже сковородку разогреваться, так как все готовится очень быстро. И начинаю добавлять муку. Сколько нужно муки? Если у вас, конечно, будет жидкий кефир, то муки ему нужно гораздо больше. Если кефир густой, то меньше. Я все делаю на глаз и довожу тесто до состояния густой 20% сметаны. Это очень просто и легко. Обязательно муку просеивайте, чтобы в ней не попадалось никаких веревочек, ниточек, палочек. Неизвестно, где эта мука хранилась. Засыпаю сюда половинку чайной ложки, вот так прям на муку, и все хорошо перемешиваем. Вот такое должно получиться тесто, как такая густая 20% сметана. Добавляю сюда немножко растительного масла. Капельку перемешиваем и жарим оладушки на разогретой сковородке. Выкладываю оладушки на сковородку и жарю с двух сторон до золотистой корочки. Переворачиваем оладушки вилкой или лопаточкой. Они очень хорошо переворачиваются, не прилипают, получаются вот такими румяными и золотистыми. Ну и вот такие шикарные оладьи за 3 минуты на кефире у меня получаются. Я их буду подавать с очень вкусной сметанкой и с клубничным джемом. Также оладушки можно кушать с медом или с чем вы пожелаете. Кому понравился мой рецепт оладьи, обязательно подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Заходите в группу ВКонтакте, чтобы делиться моими рецептами со своими друзьями и родственниками. Подписывайтесь на второй канал, чтобы и там не пропускать новые интересные видео. Всем огромное спасибо, до свидания и пока. И готовьте такие вкусные оладьи за 3 минуты.